Два президентских совета, Петель, надо четвертый год, еще 2012, Путин, Помазывается Продолжение следует...
Или мрада нет, да имя сзади. Рок пульни на когда вышел на град пульни, нет, я Кирилл. Герой армии выдает в полиции России лучшая книга. Не вам. Я срока Путина, два черта будет. Мы так отрады Путин, деньги, премьер Кирилл, армия ФСБ МВД и вам. Спасибо, спасибо, Бог. Пачка Виталий, ну ладно, поменяет помощник. Сразу же где-то два бригады срока Путина, Владимир Владимирович, мы начали сюда. Мы набрались, мы бы жили, я Кирилл Иван, живой Марк, вот это все политики, все учили. Посмотрите, два президента, срока Путина, Владимир Владимирович, на большой труд. Да, Путин, 2012 начался год, 8 наград, Путин, где герой России. Ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного, это наоборот очень хорошо. Замечательно, вы каждое воскресенье, замечательно. Пашка, да. В вашем случае все в порядке. Срока Путина, Владимир Владимирович, 8 наград, Путин, где герой России. На два президентских срока Путина Владимира Владимировича и на курс председателя. Мы сегодня поздравляем моряки, моряки. У них красивая военная форма такая, красивая. Мяшка, все, вот мы всех поздравляем. Тупнет Владимир. Сегодня как? С днем ангела. Сегодня день святого Владимира, как раз и именина. Много счастья, да? Счастья, да, мама, папа, да? И я в том числе, да? Молодец, ура! Он самый лучший президент мира, правда? Да. Алло, что, Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Алло. Людмила Игоревна. Мы всех поздравляем. С праздником Крещения Руси, ВМС, ВДВ. Алло, Вова, сегодня день Майского суда, Крещения Руси. Поздравляю с праздниками. ВМС, поздравляю. Крещения Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вау, поздравляю! Поздравляю, крещение в России! С праздником, ВМФ, ВДВ! ВМФ, ВДВ! Армия России в лучшем мире! Самый лучший президент Владимир Владимирович! Прекрасно! Россия вперед! Россия на века! Слава! Наша Россия, зачитай! Россия, армия лучшая в мире! Российская! Ура, вперед! Россия вперед! Молодец! Молодцы! Елена Петровна, Дмитрий Петрович, 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 Дмитр
ВДВ, Россия, России, армия России лучше в мире. Ура, победа ВДК. Россия, вперед!
Приняли международные выставки книжные. Франкфуртские коллеги подарили в Стамбуле Нобелевский комитет вместе с картиной моей дочери Елены. А ты со мной надеешься, Викочка, что ты еще очень много прекрасных картин нам нарисуешь. Нарисуешь? Да, мы все любим твои картины. Нарисуешь. Мы счастливы сегодня в день Конституции, и все члены нашей семьи и члены коллеги газеты «Любимый президент» собрались, чтобы отметить этот замечательный праздник. Поздравляю всех россиян. На выборах в Государственную Думу победила «Единая Россия». А «Единая Россия» какой-то закон вместе с президентом. И в ближайшее время будут выборы президента Российской Федерации 14-го. Это вся наша семья будет голосовать за Владимира Владимировича Путина. Прекрасно. Мы все будем голосовать за президента Путина. И призываем всех россиян голосовать за президента Путина. Владимира Владимировича. А какой полет? Меня зовут Владимир. Из творения я обсудил нашу легенду. Наша Россия, наш президент. В нем наша сила, право и честь. Я очень доволен результатами прошедших выборов. Я люблю Россию. Я люблю Путина. Президент наш, мы не знаем.
Путина, потому что я люблю Россию. Молодец. Люблю Путина. Путин президент наш, мы за него голосуем. Много счастья, да? Ну, счастья, да, наш. Мама, папа, да? Ты я в том числе, да? Молодец, молодец! Он самый лучший президент в мире, правда? Да. Прекрасно! Россия вперед! Россия вперед! Давай. Россия, армия России в лучшем мире! Молодец, да! Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Алло, Людмила Игоревна, мы всех поздравляем с праздником Крещения Руси, ВМФ, ВДВ. Алло, Володь, сегодня день Майского фута, Крещение Руси. Поздравляю с праздниками. ВМФ, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вова, поздравляю. Поздравляю, Крещение Руси. Поздравляю с праздником ВМФ, ВДВ. ВМФ и ВДВ. Армия России в лучшем мире. Самый лучший президент. Прекрасно. Россия вперед. Россия на века. Слава. Наша Россия, зачитай. Россия, армия лучшая в мире, российская. Ура, победа. Россия вперед. Владимир. Молодцы. Елена Петровна, Елена Петровна. Дмитрий Петрович, вы берегите. Петр Николаевич, мы всех поздравляем с праздниками. Голосуйте за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2015 года. Вот туда отойдем.
Ну, да, я иду, чтобы мне интересно, что ты Рабоченко, когда ты молишься, чего ты, о чем просишь у Господа? Я молюсь за тебя, Так. Да, за Путина, за его семью. Так. Я тоже за меня. Еще другой Александр у нас. За Машу, Катю, да? Угу. Потому что мы сегодня видим нашего президента, нашу страну, да? Ну хорошо, ну.
достоин высших всех наград. Из-за него вся сияние дружно, и все голоса свои готовы за Владимира Владимировича Путина всегда отдать. Россия единогласно голосует за президента Путина всегда. Он возродил Россию на века. И президенту Путину, и слава, и ура! 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 Говорят, президентский срок Путина Владимира Владимировича и на поле председателя. Лошкарь, на! Ух, какие инструменты, Вадь! Давай, пиши, Поздравляю всех.
Могут выиграть. Да, президент России Путин Владимир Владимирович построен выше. За него все россияне служат. Все голоса свои готовы. За Владимира Владимировича Путина всегда отдать. Россия единогласно голосует за президента Путина всегда. Он возродил Россию на века. И президенту Путину и слава Владимира! В этой деревне огни не погашены. Я тебе помогаю. Иди помоги. Когда ты думаешь, что человек и о чем просишь у нас помочь? Ну, думаю, за страну за вашу. Давай. Давай. Я просто думаю. За нашу партию, да? Потому что мы все очень любим нашу репрезентацию, нашу страну, да? Сегодня день Конституции, и мы все
членов нашей семьи и членов их коллеги, газеты «Гумилев президент», собрались, чтобы отметить этот замечательный праздник. Поздравляю всех россиян. На выборах в Государственную Думу победила «Единая Россия». А мы «Единая Россия» готовы заговорить вместе с президентом. А что мне сказал? Какой мячик красивый. Давай, кидай мне, Ваня, кидай мячик мне. Кидай, кидай мячик. Да, что ты потерянный, что это выдумал друг? Рай-рай-рай-рай-рай-рай, корой-дай. Рай-рай-рай. Еще атаманы. Ну, молодец, Лев. Здорово. Превзошла саму себя. А Ульянка как тебе на ложках подыгрывала. Вообще молодцы все. Какой ты? Какую? Про черемуху душистую? Ну давай, споем. Ну и что? Давай. Давай, мам, про черемуху душистую. Давай без баяна. Давайте. Христая. Своя. Назвал среди детских кругов, он выбирал на курс туда. Найдет, о как, сердцу всегда любовь дорожку найдет. Ну, давай. Счастье, здоровье, здоровье.
Красно, Россия вперед! Россия вперед! Давай. Россия, армия России в лучшем мире! Молодец, да! Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович! Алло! Людмила Игоревна, мы всех поздравляем! С праздником Крещения Руси, понимаешь? ЖДВ! Алло, Вова, сегодня день моего суток, Крещения Руси! Поздравляю с праздниками! Поздравляю! Крещения Руси, ура! Поздравляем! Поздравляю! Вау, поздравляю! Поздравляю, Крещения Руси! Поздравляю с праздником, ВМФ, ВДВ! ВМФ, ВДВ! Армия России в лучшем мире! Самый лучший! Прекрасно! Россия вперед! Россия на века! Слава! Наша Россия, значит! Ура! Россия, армия лучшая! Победа! Российская! Победа! 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 Молодцы! Елена Петровна! Дмитрий Петрович! Вы выиграете! Молодец, Ульяночка, давайте ей поаплодируем, Ульяночка, кланяйся, мы тебе аплодируем. Он возродил Россию на века, и президенту Путину, и слава, и ура, ура, ура! Thank you.
получить. Давай, доченька, когда ты молишься, чего ты, о чем просишь у Господа? Ну, я молюсь за страну за вашу. Так. Да, ну, за Путин, за его семью. Так. Да, то, что для меня. Вообще, любимая Александровна. За Машу, Катю, да? Угу. Потому что мы в следующем видим нашего президента, нашу страну, да? Ну, хорошо, ну. Ты сейчас скажем, россияне, голосуйте за президента Путина. Да, это 3-4. Россия, голосуйте. Владимир Владимирович достоин высшего.
брат. Из-за него вся россияне дружно и все голоса свои готовы за Владимира Владимировича Путина всегда отдать. Россия единогласно голосует за президента Путина всегда. Он возродил Россию на века. И президенту Путину, и слава, и ура! 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 Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Алло. Людмила Игоревна, мы всех поздравляем. С праздником Крещения Руси, ВМС, ВДВ. Алло, Вова, сегодня день Майского Суда, Крещение Руси. Поздравляю с праздниками. ВМС, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вау, поздравляю! Поздравляю, крещение в России! Поздравляю с праздником, ВМФ, ВДВ! ВМФ, ВДВ! Армия России в лучшем мире! Самый лучший президент! Прекрасно! Россия вперед! Россия на века! Слава! Наша Россия, мечта! Россия, армия в лучшем мире! Российская! Ура, победа! Россия вперед! Молодец! Елена Петровна! Армия России лучше в мире. Ура! Победа в веках! Россия вперед!